Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в нашем магазине по адресу улицы Бориса Галушкина, дом 10, в магазине «Аквалога» на ВДНХ. Этот прибор наверняка знаком всем морским специалистам. Это рефлактометр, прибор, который показывает плотность и соленость воды. А работает он очень просто. Мы берем, открываем прибор, берем специальную пипеточку, набираем в нее соленой воды, капаем ее на стекло, закрываем. И раньше в старых моделях рефлактометров мы направляли прибор непосредственно на источник света. Это необходимо для того, чтобы потоки света, проходя через линзу, показывали нам плотность. Здесь внутри представлена шкала, и в общем-то очень легко по ней определить, что делать с морской водой, досаливать вам ее или наоборот разбавлять. Здесь же в новой модели установлен светодиодный элемент, который позволяет нам в любом, даже самом темном помещении, очень легко и точно определить соленость воды. Как вы знаете, соленость мы можем определить двумя способами. С помощью ареометра, да, поплавка, и рефлактометра. Но вот, к сожалению, поплавки иногда имеют достаточно серьезную погрешность. Все же я вам рекомендую, если есть такая возможность, приобретите рефлактометр. Это более высокоточный прибор, позволяющий выставлять соленость идеально верно. И его достаточно легко калибровать. Вы можете его калибровать с помощью осмоса, а вот здесь вот под черным колпачком находится регулировка, и с помощью отверточки можно выставить значение предельно точно. То есть, повторюсь, это профессиональный прибор для измерения солености и плотности со светодиодной подсветкой от компании «Аквамедик». Приходите, ждем вас.